по улицам, и не ведьмы на метлах тусуются, не крутые разборки со свистом от пуль. То не швед, да громет под Полтавою, не горит, да проходит кровавая, просто девушка села впервые за руль. Первый раз и одна без инструктора, вся такая немыслимо хрупкая, и боится покинуть троллейбусный ряд. А вокруг все сплошные шумахеры, от банкиров до парикмахеров, к светофору, как голые в баню спешат. Но ничего, все образуется, ты еще будешь по улицам с ветерком, как камикадзе, летать, подрезать лассов и чайников, тормозить с визгом отчаянным и машину среди перекрестка бросать. Каблучками в педалях запуталась, знаки все в голове перепутались, а мужчины вокруг озверели совсем. То никак не дадут перестроиться, то сигналят и лезут знакомиться, а ей проехать хотя бы квартал без проблем. Но с машиною что-то неладное, звуки снизу слышны непонятные, да еще как назло и мотор закипел. И гаишник на полный разборчивый, ей достался такой несговорчивый, и ее бедолагу настольник нагрел. Но ничего, все образуется, а ты еще будешь по улицам с ветерком, как камикадзе, летать, подрезать ласов и чайников, тормозить с визгом отчаянным и машину среди перекрестка бросать. Все образуется, ты еще будешь по улицам с ветерком, как камикадзе, летать, подрезать ласов и чайников, тормозить с визгом отчаянным и машину среди перекрестка.